Здравствуйте. Новости на государственном телеканале «Западная Армения». Главные темы дня. Ушел из жизни сын Западной Армении, исполнитель и директор Армянской евангелистской ассоциации Замвен Ханчан. Давайте не будем забывать об армянах Арцаха, изгнанных со своей земли, Оливье Ди Кантини. Во время раскопок в Смирне было обнаружено хранилище возрастом 5000 лет. Сыны Западной Армении Патрик Девечан. Как в этих условиях Толву, Клар и коллеги планируют добиться права армян на возвращение, американская журналистка. Родственники похороненных в Арцахе героев регулярно поднимают вопрос посещения могил родных и проведения эксгумации, апараш. Арман Аванесян из Арцаха, серебряный призер Кубка мира по самбо. Музеи и институте геноцида с глубокой скорбью узнали о безвременной кончине исполнительного директора Армянской евангелической ассоциации господина Замвена Ханчана. Ханчан был общественным деятелем широкого признания, интеллектуалом, благотворителем и примером преданного служения Родине. Представитель второго поколения армян, выживших в геноциде, и глубоко хранил в себе эту память. Ханчан стал хорошим другом Музея института геноцида, бескорыстно поддерживая организацию международных конференций и временных выставок, публикацию материалов, за что мы ему очень признательны. Его образ с доброй улыбкой на лице и мудрые слова мы будем помнить всегда. Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Восточной Армении Оливье Ди Кантини в микроблоге X напомнил о праве армян на возвращение в Арцах. Давайте не будем забывать об армянах Арцаха, изгнанных со своей земли, право на возвращение которых было подтверждено Международным судом. Во время раскопок в Смирне обнаружено строение возрастом 5000 лет, использовавшееся в качестве склада. Доцент кафедры археологии факультета литературы Эгейского университета, руководитель раскопок Замвен Дерин сообщил, найдены большие глиняные кувшины и сосуды, добавив, исследование показало, что здесь хранились жидкости и другие вещества. Мы знаем, что здесь собирали большое количество мидии. Это свидетельствует, что склад использовался как в повседневной жизни, так и в коммерческой деятельности. В районе в основном хранили виноград и инжир. Наличие раковин мидии указывает, что они использовались для торговли и питания. Территория – одна из самых древних исторических местностей Западной Армении. Будут получены новые сведения о продуктах и товарах, находящихся на территории армянского поселения. Сыны Западной Армении Патрик Девечан. Патрик Девечан – французский политик, занимавший ряд должностей от министра и парламентария до мэра. Патрик Девечан родился в Фонтебло, Франция. Отец из Севаса, Западной Армении, мать – француженка. В 1919 году после геноцида отец и родственники эмигрировали. При Николя Саркози Девечан занимал министерский пост. Рассматривался в качестве главного кандидата на должность министра юстиции. После ухода Саркози работает в Национальном собрании один из высокопоставленных представителей партии «Союз за народное движение». Проживающий в Степанакерте азербайджанский электрик опубликовал видео с холодильником одного из армян, задав вопрос, что делает имущество врага в Ханкенди. Эту информацию в своем микроблоге X сообщила американская журналистка Линдси Снелл, добавив, он топчет армянский флаг и показывает армянские дома, превращенные в студенческое общежитие. Журналистка задается вопросом. Интересно, как Тойво Клар и коллеги планируют добиться права армян на возвращение? Последние месяцы родственники героев, погибших в войнах 2020 и 2023 года и захороненных в Арцахе, регулярно поднимают вопрос о возможности посещения могил близких или проведения эксгумации. Этот болезненный вопрос еще не решен. Родственники также интересуются, не противоречит ли это церковному порядку. По вопросу о порядке эксгумации останков захороненного лица апараш запросил комментарий у священника Тернесеса Асьяна, духовного служителя Армянской апостольской церкви. Апараш попросил духовного служителя Армянской апостольской церкви Тернесеса Асьяна уточнить порядок эксгумации. До принудительного переселения Тернесес проводил духовное служение в церкви Шошкаванг и окрестных селах Мартуни Арцаха. Тернесес отметил, при погребении священник молится, чтобы кости усопшего оставались нетронутыми до второго пришествия Христова. Однако существует исключение согласно принципу «если необходимо».
Для эксгумации могилы необходимо получить разрешение главы епархии. Если человек не был крещен и погребение не проводилось, и была совершена поминальная служба без священника, в этом случае разрешение предстоятеля епархии уже не обязательно. Однако тот, кто погиб на войне, независимо от того, крещен он или нет, смерть на поле боя считается крещением кровью. То есть священнослужитель имеет право совершить все погребальные обряды. На Кубке мира по самбо, проходящем в городе Чолпон Ата, Кыргызстан, Арман Аванесян в весовой категории до 98 кг завоевал серебряную медаль. Искренне поздравляем нашего чемпиона и желаем ему новых успехов. Достижение Армана Аванесяна еще раз доказывает. Армянские спортсмены готовы бороться и показывать на международной арене результаты высокого уровня. Победа Армана – большое достижение для всего армянского народа, поскольку его успех приносит гордость и вдохновляет новое поколение, которое стремится реализовать свои мечты в спорте и в жизни. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!